делать хоть примерно. А, нет, нет, нет. О, круто! Круто! Супер! Вообще красота, чего я боялась? Класс! Круто! Так, а я снимаю себя, да, или кого я снимаю? Я хорошо сижу там? Круто! Класс! Ой, надо помахать! Это наши или нет? Наверное, зря машу, это не наши. Так как я хочу пейзажи снимать, не только себя. Классно. Как мне его повернуть, чтобы снимать пейзажи? Вот так, да, он наверное кривой, честно говоря. Ну, да. А, точно, я не очень в этой стороне соображаю. Ай, классно. Я хочу вот эти горы поснимать. Блин, вообще просто отлично. Когда так все быстро произошло, я думала, я должна буду разбегаться, еще что-то делать. А, да, то есть я бы еще... Ага. Блин, круто, под нами снег. Ай. Ага. Не, сейчас тоже то, что разноцветные цвета такие, то, что еще желтый. Блин, вообще какая круто. Почему раньше так никогда не летала? Супер. Класс. У нас, мне кажется, дождик маленький идет. Ну ладно, что-то. Ну, маленькая капля какая-то упала. Ну да, 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 да. Целый день летать, блин, я вообще, я бы целый день так летала. Можно я ваши пилоты подамся? О, отлично. Не, я хочу летать, я хочу. Ой, вообще круто. Я помню, на каком-то там таком экстремальном, там, не знаю, как сказать, развлечении уже участвовала. В Коста-Рике, как же он называется? Ну, типа Спайдермен, надо было перелетать через пропасть. Вот там, ну, на веревочке. Мне там ужасно не понравилось, я прям плакала, там мне куча инструкторов помогали, там с ними только я могла перелететь. Я думала, что здесь что-то в этом роде будет, чтобы расстраиваться, а так вообще отлично. До этого, да, что-то было, а сейчас у меня. Это лучше, чем на всяком случае. О, вообще, вообще отлично. Thank you.
скоро врежемся. Класс! А, класс! Да-да-да-да-да. Класс. Уже поздно. Надо было мне раньше тебе сказать, что я не хочу садиться. Ой, круто, очень круто, супер. Все, там супер. Блин, вообще отлично. Так быстро время проходит. Ну, потом будешь смотреть его. Да. Как оно прошло.